клуба всегда были амбиции. Они реальные были. Реальные в том плане, что они давали возможность создать ту команду, чтобы выполнить. Доктора милости Божьей, врачующего и тел, и душ. Наконец, репутация ярого противника применения в спорте допинга. Quindi non sono né il primo né l'ultimo. Sono molto con le ruote per terra, diciamo. Uno, due, tre, via!